вот это ударно, скажи против. Где задницу поставить? Крутись. Голову прямо, локти уже. Голову снимай. Во, и пошел, шаг, вот пошел. Все. Вот он. Ту, ударь. Пошел. Ну не сиди, просто развернись обратно, бей. Вот. Такой, пал, пал, как палишь. Речь, пал. Потом появляется. Оп. Не старайся. Прямо, слышишь? Голову прямо. Вот шаг уже не вперед. Хорошо, вот твой правый прямой шаг. Раз, развернулся и вверх правый бок. Шаг. Сюда правый. Сюда правый. Раз, два, быстрее, закручивайся, быстрее. Вот сюда обратно, хочется лучше. Слышишь, кулак опустился. Раз, все кулак делает. Раз, вот кулачок здесь поймать. Ясно? Руку обратно к себе. Кулак подбородка. Закрутился, остановился. Раз, два, стоять. Вот голова прямо. Вот чуть-чуть вот так. Вот кулак. Вот здесь поймай. И крутись обратно. Крутись, жопу, крутись вот здесь, спинку, пожалуйста. Раз, два. О! Умница. Понял? Вот тут крутись, разворачивайся обратно. Пошел быстрее. Ну что, обратно исходное положение. Где-то руку поймал. Вперед, в сторону. И задний нога пошел обратно. Раз, два. Молодец. И левый прямой добавил. Раз, два. Раз, два. Пошел медленно. Раз, два. Пошли. Раз, два. Шагай. Проходи ногами. Пошел. Ну, побыстрее, посмотри. Раз. В сторону, два, три, и четыре, попробуем, раз, в сторону, я в сторону набирал, два, три, молодец, и четыре шага бей, молодец, понял? Еще раз, медленно проводим, ручки без тела, вот исходно по десятку, свободно, шагай, раз, сразу, еще раз, раз, закрутился. Молодец. Пошел. Под шаг. Два. И четыре. Бей. Да. А теперь идет вот быстренько. Пошел. Побыстрее. Шло. Раз, два, три, четыре. Пошел. Раз. Вот и все. Правда боевая стойка. Вещи опусти. Плоский зад. Шагай. Только ножки потрогай. Просто ножки шагай. Вот он. Ну, вот это вот работал. Вот он. На носочек. Ну, пошел. Пошел. Во. Ну, пошел. Все. Больше вычистить. Ходишь, На носочке пятки не касается. Вот, видишь, ножки перерывал. Да, плечики расслаблены. Полочки пойдут. Оп, пошел. Хорошо. Подставляю ножки под собой. Ножки работают. Пошел. Так, теперь все на один метр сделаем. Раз, два, три, четыре. Раз, два, ты крутился в сторону. Три, четыре. Попробуем. Раз, два, три, четыре. Молодец, только голову прямо. Да. Бум. Держись прямо. Нога не прыгай. Бедро вверх, вправо подойдет. Бедро разворачивается. Вот, только ножку собрать. Собрай ножку держи. Еще раз. Ай-яй-яй-яй. Ну зачем тебя так далеко подвешь? Ну, убираешь его, и ты не понимаешь, куда ты тебя равновесие потерял. Медленно, смотри. Раз. В сторону отпрыгиваю. Два. Чуть-чуть. Где сделать? Все, ты на мешке. Ты много не вез, оказался еще вот здесь. Та-та. Раз, два. Мог, прямой. Попробуй. Добрый день, не надо сильно. Еще на очках исхода положения. Давай, свободно стой. Значит, займи. Давай, еще ножки на носочку. Пошел, вперед тогда придешь. Пошел. Раз, два. Очень хорошо. Вот тут то же самое, да?
Теперь сделай просто покороче движение в сторону. Раз. Вот сюда не надо сильно прыгать. Раз. Оп, сюда перепрыгнул. Чуть-чуть. И закрутить плечи. Чуть-чуть перепрыгнуть, как будто ты бьешь левый прямой. Но сам не бей рукой, а плечом перевернешься. Хорошо? За это. Вот это работает. Ну, хоть, ну, получается. Полетели кулаки. Пробуй. Да-да-да, покороче, прямо голову бежит. Вот-вот-вот, ты не назад, а ударил. Вот вышел, стоп, на месте. Куда ударил? Хорошо, еще раз левый ударил, первый, правый ударил, остался. Раз. Вот, а теперь короткий отскок. Сторон. Два. Вот здесь ручка у тебя осталась. И здесь бей. Да, ну то, бей кулаком, бей кулаком. Кулаки, ставь кулаки. Что ты лопнет, короче? Кулака. Почему кулак промазался? Ты уже здесь. Сразу бей кулаком с носом. Ты ждешь, пока придет. Ну, да, продолжай наносать, сохранить. И ушел. Дальше. Блин, когда прыгаешь в сторону, вперед не надо. Иди в сторону, давай дальше. Очень хорошо. Пробуй обеими. Сделай вот так, одну ногу, смотри. Раз, два. И здесь 3-4. Попробуй. Без удара. На носочек. Раз, в сторону, два. 3-4. Да, на носочек. Только меньше. Попробуй. Еще раз. Раз, два. 3-4. Вот, а теперь сюда. Точно так как можно. Пошел кулачок. Медленно. Раз, два. 3-4. Вот. Пошел. Побыстрее. Ну, бей рукой. А ты бок туда ударил, что ты отжигаешь? Оп. Просто в сторону прыгнуть, не заворачивайся. Не заворачивайся, не поворачивайся, просто прыгни в сторону. То есть вот дело движение. Вперед, в сторону. И здесь пробей, два прямых, ты не повернулся. Два прямых. Правый, левый, понял? Медленно. На носках ноги жестко сделать. Пошел. Раз, два. Побыстрее. Покороче прыгай. Сильно не прыгай. Хорошо. Только первое движение ногами достать. Перепрыгни обеими ножками. Понял? Вперед, по плечу в сторону прыгнуть. А теперь со мной, смотри. То есть вот ты работаешь правшой, да? Вот то же самое ты сейчас делаешь. Я тебе отвечаю левой рукой. То есть пошел. Вот и все. Я тебе ответил, а тебя уже нет. Еще раз. Двигай, ручку подними, короткую. Да? Тут можно ты подпрыгнул? Вам чуть вниз прыгнуть. Так, раз, и здесь раз, два. Еще раз. Раз, два, раз, два. Ой, молодец. Вот и все. Еще раз. Двигайся еще. Вот, дошел. Раз, вот. Хорошо, только перед ударом, когда ты первый удар делаешь, лучше не забирайся. Прыгни ножку. Ножками прыгни. Не рукой, но ножками прыгни. Вот умница. Попробуй сейчас так. Ручку не забирай перед ударом, ножками не поставь. Молодец. Вот уже не сюда. Все, работай. Что ты сейчас сделал? Ты вот здесь понял? Руки все. Ладно, не ушел. Вот. Ясно? Что ты сделал? Все, мы тут. Раз, два, раз, бок. Сбоку двигай, дальше. И в челноке, когда ты собираешься, из дальней дистанции доставать. Ты вот двигаешь, да? Не руку забрал, а сюда раз, а просто ножки. Пах подходил. Да? А тебе резко сильно сделали, собрался в локтях, максимально быстро резко. Издание встал.
Представьте, что противник такой. Вот мягко. Да. И что ж, такой мягкий, кулаки сжатые, а потом надо собраться и просто делать. Ногами. И руками. Понял? Теперь удар руками. Ногами. Жесткие ноги. Во-во-во-во-во. И когда бой идет, то есть справа на левую ногу, слева на правую. Бери правую заднюю, вот там у нас, там у нас, вот отсюда прыгни ногами и ударь, понял? Прыгни и ударь еще раз. Сохрани сколько, понял? Ты опять делаешь это? Хорошо, мы тебя просто выберем. Вот ты собрался бить, не надо. Прыгнешь и достаешь. Руку, рукой не делай, ты не надо еще. Все, прыгни. Двигайся. Оп. Во. Двигайся. Пошел. Оп. Да, сигнал на обеими. Паху. Двигайся. Ну, пам-пам. Оп, обеими ногами. Поскок. Вверх. У меня поскок обеими ногами. Обеими ногами. Можешь поскок сделать? Стоп. Просто вот обеими. Раз, два, три. Можешь так сделать? Обеими ножками. Ну, ноги на вместе. Обеими ногами. Раз, два, три. Вверх. Вот. Пошел так, прыгай. Вперед, назад, пошел. Так, обеими ножками. А вперед, вперед, назад, вперед, назад. Вперед, назад. Мягче, парень. Мягче. Во. Оп. Пошла в ногу. Ногами. Бам-бам. Делай. Оп. Опять прыгай перед ударом. Собрал. О, молодец, туда слева длиннее, молодец. Сильнее, там, бедро, пятку скос. Оп. О, руки где-то там дальше. Оп. Ножки. Вот ноги, видишь, ножки сразу стали падать. Да? Устали ноги? Тяжело надо встать. Вот для этого я тебе говорил, Колян, по лестнице что надо делать? А ты делаешь это? Нет, делает, он в последнее время только... Сколько как... раз сделал? Когда сделал? Два раза ты сделал? Две раза сделал? Не, много дел, просто сейчас... Постоянно делал. Больше надо. Вот видно, что ты делал, Коля, понимаешь?